Как две капли воды. Праздник близнецов прошел в Люберцах. Фестиваль «Счастье вдвойне» ежегодно собирает таких похожих и вместе с тем разных людей. Двойняшек, тройняшек чествовали в Наташинском парке. Все нас путают, меня это раздражает. И меня. В остальном близняшек Диану и Нику все устраивает. Родные сестры, лучшие подруги. Они все делают вдвоем. Ходят в детский сад, отмечают дни рождения и играют. На фестиваль «Счастье вдвойне» тоже пришли вместе. Отличная идея. Я жалко, что до этого не знала об этом. Мы первый раз сюда приехали. Вот, отлично. Собрать большое количество двойных деток – это замечательная идея. Для двойняшек и тройняшек приготовили много развлечений. Дети участвовали в мастер-классах, фотографировались, играли с аниматорами, проходили квесты и угощали сладкой ватой. А собираются они, наверное, для того, чтобы поделиться своим счастьем вдвойне, втройне, познакомиться и дружить дальше. У нас очень много семей, которые после нашего фестиваля сдружились и общаются. Каждый год праздник собирает все больше новых участников. В этом году на фестиваль пришли 40 семей. Все участники получили памятные подарки. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.